Всем привет, я Максим, с вами Bike for You Воронеж. Совсем недавно мы получили новую линейку мотоциклов Moto Apollo и решили сделать небольшую презентацию. Есть замечательный повод, чемпионат и первенство Воронежской области по мотокроссу. Значит, мчим туда, погнали собираться. Ну что, мы на месте. Вот они, мы выстроились. Пойдемте позырим, как ребята катают. Ассортимент кросс-эндуро, пип-байков, квадроциклов, велосипедов на любой вкус. Более 100 единиц техники в наличии. Все, что необходимо, вы найдете в Bike for You.
的障碍，衣服换来换去怎么办，你选择头疼，这里好心情，这才是幽默，女王的心意耀眼的星星，时尚的基因搭配什么看我的心情，你可以亲吻我的戒指，但不能碰我皇冠，我一天当中只有梳妆打扮时才混乱，穿我的穿我的心意，希望每一天有不同的惊喜，穿我的穿我的心意，从来不敷衍人般的惊喜，穿我的穿我的心意，希望每一天有不同的惊喜，穿我的穿我的心意，从来不敷衍人般的惊喜，幸福起来是那金字塔，数一个又头什么花香，脸上擦的是什么花粉，好甜的胭脂什么花朵，不拍子多幸好不太子多，穿我想穿的随便啥子牌子货，我是人穿衣服他们衣服穿人，老子人就是名牌他们人是台神，我的身份有点贵还不听神子，走到街上就看一千台进口奔驰，我来自成都是成都的恩赐，你听到的不光一个啊，фонотека это фонотека на китайском。Что, ребят, у нас определились результаты соревнования. Первое место в классе Китай занял Алексей Кочур. Лёш, скажи, как прошла гонка? Гонка прошла супер. Движуха лютая. Будем приезжать еще. Отлично. Вот эта трасса, она довольно сложная в плане езды, в плане физической подготовки. Много песка. Скажи, почему вообще решился для китайской техники? Это особенно сложно. Как раз таки решил испытать, на что она способна, и также свои навыки испробовать, а также посоревноваться с ребятами. А что касается техники, какой двигатель ты катаешь? Двигатель модифицированный, 174-й, косая голова. Пробовал уже что-то из нового Китая, более мощного? Нет, не пробовал. Еще не пробовал? Удавалось ли тебе на каких-то соревнованиях объезжать японцев? Японцев нет. Пока еще нет, да? Но как ты считаешь, можно ли, есть ли потенциал у китайской техники на то, чтобы дать бой классическим японцам, австрийцам? С класса ветераны, может быть, да. Ну, то есть мы все-таки потихоньку к этому идем. Да. Отлично. Ну что, я поздравляю тебя с победой. Спасибо. Спасибо тебе за интервью. Спасибо. Буду рад тебя видеть у нас в магазине, в нашем салоне, ну и на соревнованиях. Спасибо. До встречи.